А если вам очень хочется со мной пообщаться, увидеть, как я рисую и так далее, или просто узнать что-то в моей жизни, то можете переходить по ссылке на мой инстаграм. И да, я в первый раз пиарюсь в инстаграм. И не потому, что мне там хочется больше подписчиков там, а потому что у меня есть директ, на котором я всегда всем отвечаю. И можете мне что угодно написать, я вам отвечу, задать какой-то важный вопрос, и я отвечу. Ладно, приступим к ролику. И всем привет, ребята, с вами Нинди, и сегодня у нас Brawl Stars, и наша всеми любимая рубрика – это «Поиск рандом команд». Мне эта рубрика очень нравится, хоть я сделал только две части. И если вы хотите, чтобы я сделал вторую культовую рубрику на канале по Brawl Stars, это играю с подписчиками и проверяю, какой у моих подписчиков скилл, то давайте-ка наберем где-то всего лишь на все 15 лайков. Думаю, вы справитесь, ну это ж Brawl Stars. А если вам реально это нравится, то 15 лайков вы наберете быстро. Ну ладно, начинаем с захвата кристаллов. И смотрим, какой у нас будет тиммейт. Так, у нас есть Джикс, и надо же, конечно же, поприветствоваться. И да. А, я беру Пока. Понял. Понял, тиммейтам мне 5 лет. Ну ладно, Пока так Пока. Так, ну что ж, погнали. 6 из 6, и надеюсь, мы с ними затащим. А то кубки мне сливать не очень хочется на Пока. Я их трудно апал. Так, этого бьем. Неплохо так. Понятно, понятно. Мортис. Так, тут Тара, Татара. Таран. Так, да уж, все плохо. Все плохо, все ужасно, все отвратительно. Сейчас тебя как ударят? Знаешь, говоришь, что тебя ударят. Угу, понятно, мы проиграли. Мы даже не взяли ни штучки. Пока, ты такой урод, просто. Хотя бы надежду бы дал. Нет, блин. Просто пока урод. Или он настолько киберкотлета, что пока да их сейчас выиграет. Ну, типа, вообще сейчас затащит за всю команду. Ну, это такая. Это то, как может казаться. Хотя, нет, Мортис вообще в стенку бил. Мне жалко, иначе Джикс, Гракс. Стоп. Да, ну это не настоящий Джикс Гракс, я не верю. Ча, глянем. Прикол-то он. Ну, типа, есть пассивка. Только просто. Ну почему ты выгнал меня? Ладно, через данный бой гляну. Альфа Италия. Ну понятно, это не настоящий. Фу. Ладно, теперь берем ШД. ШД дуо. Эль Прима, Маркос. Смотрим, что за Маркос у нас тут. Клуб. Он, по-моему, не наш. Я взять Дэрила? Ну вы шо? Вы шо, крейзи? Окей, беру Дэрила. Тут Дэрил есть, а тут Дэрила нету. И на это у меня нормальный. Ну что ж, проверим, насколько ты у нас хорош, Эль Прима. Так, ну все. У нас... Зачем я третий раз ударил? Не знаю.
Ну, просто дурачок. Но мне не нравятся вот эти подлаги. И нет, нормально, ничего. С ним плохого нету. Живи, я их побью. Иль Прима, живи. Главное, не умирай, я тебя защищу. Да, теперь мне защита нужна. Так, мы отхилились. У нас есть команда врагов. Сюда иди. Давай уйдем отсюда. Ну, Иль Прима, ну мне нужны твои... Мне не нужно, чтобы у тебя не было 4 банок. Да куда ты бежишь, боже мой? Что ты делаешь? Ну ты дурачок. Хотя нет. Да, я дурачок. Да и он тоже. Ну ладно, Маркус, ты какой-то странный был. Да он и ливнул. Вот и слава богу. Так, Броубол. Ну ладно уж, погнали. Будем играть вдвоем все ж таки. Так, ну проверим, насколько био тут даже уже. Зависит от третьего тиммейта. А, я Дэрила взял. Ну ладно. Так, с этого я угандошил. Сейчас сделаю одну штуку. Че я отскочил? Ну ладно. Что-то было... Франк сделал мне одну тыку, а у меня было 2к200. Я зов. Ну, это одновременно, наверное, Джесси и Фрэнк сделали. Но у меня реально было 2к200 хп. Фрэнк дамажит к800 где-то. Лаги. Лаги и еще раз лаги. А мне пофигу. Давай, убей меня. Додик. Ну, 70 хп было, конечно, не очень мало. Прям вообще очень много, я бы сказал. Нет, ну, Джесси, ну ты... А, нет, Джесси не забила себе. Ах. Ну, боже мой, ну что так лагает жестко? Вам вообще не жалко Суперселл? Вам вообще своих тиммейтов не жалко? Своих людей не жалко, которые в вас играют, которые снимают по вашим играм ролики? Ну, Инет нормальный, Инет прекрасный. А сервера не прекрасны. Сервера нуждаются в фиксе. Ля, как могу. Да без разницы, дай мне. Брак серпи, ты вообще. Давай, да, ультани. Додик. Просто. Биг брейн. Это, кстати, было очень круто. Бул, ты так никогда в своей жизни не сделаешь. И тебя убил. Ну вот, топ-1. Чё так близко? Чё так всё было увеличено? Понятно, баги. Опять. Ну что ж, погнали. И ты будешь единственным тиммейтом, которого я в третью добавлю. Шестнадцатый рангитекс. Ну, понятно. Прекрасный человек. Жалко, что он не в сети. Ну, ладно. У нас теперь остается последний режим. Это ограбление. Ищем тиммейта. Бравлер. Понятно. Блэтэвис бывший. Пошли. Пошли. Готово. Да, и как... Окей. Окей. Медвежиха нитка. Готово. Погнали. Бравлера хочу добавить, друзья. Это ж русский. Потом еще, может быть, даже в рубрику попадет у меня. Прикол. Один человек попадет у меня в две рубрики. Каотоми.
что они, да хз. Да уж, Пинг. Red Bull, давай, Red Bull, красава. Ну, конечно, не Red Bull, он не красный, но он был. Хотя нет, он скоро, если его так плохо, сильно покосит, то все, это Red Bull. А мне пофигу, а тебя побью. Максим, ты, Максимка, ну ты как посмела? Ну все, это смерть. Миша просто, мой Миша всех уничтожит. Максимка, ну ты что, ну пожалуйста, не ты без нас. Ну подожди же. Ах ты ж говно. Я сейчас убью тебя и всех твоих близких, Пенни. Да уж, я был близок. Теперь нас мучают. Избивают. Да убейте ж вы этого медведя. Ну да, понятно. Автору 5 лет. Мне придется эту штуку взять, чтобы... Я Михаила взял. Давай, у меня есть последняя тыка. Точнее, последняя ульта. Бравлер. Прости. Ты был хорошим, у тебя есть тут много пассивок. Но я не могу с тобой играть, потому что... А, ты сам ливнул. Ну ладно. И давайте-ка на прощание с рандом тиммейтами в роборубку. Все ж таки это тоже режим. Блед, Ваня, Леня, все русские. Понятно, понимаю. Я хочу теперь. А, их по-любому добавлю. Это, знаете, такой бонус. Так как эта катка будет слишком долго, я вам покажу только ее самый конец. Это тоже прогресс. Ну, лаги это тоже так, еще та зараза. Вам хилка нужна. Ой, ну 8 бит, ну что ты так калично их ставишь, эти хилки свои? О нет, их слишком много, 5.41, есть шанс. Ах, нет, есть еще шанс. Если 8 бит их отобьет. Все живое из них. Так, 6 минут. Уже хорошо. Это уже прогресс. 6 минут. 5 секунд. Ну, но все равно это очень много. Это овер много. И да, я сейчас с вами буду прощаться. Сейчас только открою боксики. О, пассивка на бо! Бой. Так, 3 гема. И все. 48 гемов. А что можно за 48 гемов купить? Ничего. Или прямо уже нету. Ну ладно. Сейчас я их только в друзья все добавлю. Всех. О нет, у Лёни слишком много запросов. Ну ладно. Всем удачи и всем пока. С вами был Нинди, который, кстати, получил первую пассивку на Або. И да, еще раз, это Brawl Stars, моя рубрика любимая. И с вами был Нинди, всем удачи и всем пока. Еще раз пока.